Ну вот, 60 тюков мы закинули сюда. Это помещение Левада, это рядом с Лялечкой, вон там ее голова торчит, между двумя конюшень. Вот. Вот сюда у нас влезло 60 тюков. В несколько слоев, так сказать. Остальные 30 тюков мы решили сюда закидать. Вот. На улице 45+. Жарище неимоверное, но нам будет надо сделать обязательно вот эту крышу, чтобы сено не намокло. Завтра обещают смерч. Это остатки прежней роскоши. То, что надо дозаложить. Вот. От жары и от тяжести этих тюков просто штормит. Вот там Эля гуляет. Вон она. С Васькой бодаются. Две подружки-синдерюшки. Вот. Настюха вон закидывает оставшиеся тюки. Ой, я могу только пере... Я это сделала. Я перетаскала все тюки с сеном. Но это жара невозможно. Все мокрое. Все мокрое, грязное. Над сеном натянули баннер. Еще один, чтобы туда не... Ну, не дождем, не снегом. Пока крышу я делать не буду, некогда мне. Пока, опять же, временно баннер сделали. Вот. Все ноги у меня перекоцаны от сена. Всякими веточками, соломинками все. Но зато где-то... Сколько там... Полторы... Нет, тонна 800 где-то. Перетаскали сено. Высоко туда неудобно. Роста не хватает. Вот там много. Спихала. Ну и в Леваде тоже.